В Люберцах завершились всероссийские отборочные соревнования РФСО «Спартак» по боксу. Это ежегодный турнир, посвященный памяти заслуженного тренера СССР Виталия Островерхова. В течение недели спортсмены со всей России боролись за призовые места. Финальные бои прошли во дворце спорта «Триумф». Финальный гонг прозвучал для 32 лучших боксеров, которые показали свое мастерство на ринге и получили право побороться за первые и вторые места. В весовой категории 40 килограммов встретились Дмитрий Кушнаренко из Пермской области и Михаил Степанов из Челябинской. По итогам поединков судьи отдают победу спортсмену в синем углу. Нужно иметь технику, скорость, силу и самое главное – дух. Был один бой в полуфинале, немного тяжелый, а так все хорошо было. Первое место занял, очень доволен. Своей победой Михаил завоевал путевку на первенство России. Юный боксер планирует выступить там с таким же результатом. Всего по итогам этих соревнований золотые медали получили 16 спортсменов. Это серьезные соревнования. Виталий Андреевич Островерхов – это легендарный тренер, знаете, учитель наш, педагог, поэтому очень приятно. Я могу сказать, что если я был бы в их возрасте, то я бы хотел бы выиграть этот турнир. Это на самом деле память уже на всю жизнь. Финал представлен так достаточно очень широко, и хорошие боксеры. Я думаю, на России из этих финалистов, кто выиграет, будет достойно представлять РСО. Спартак. Спартак занимает лидирующее место среди ФСО и ведомств по результатам первенства чемпионата России. Так что боксеры очень хорошо подготовлены. Всероссийские соревнования по боксу памяти Виталия Островерхова люберцы приняли уже в 29-й раз. В этом году турнир был приурочен к столетию со дня рождения легендарного тренера. Спортивное мероприятие собрало 207 юных боксеров из 38 регионов России. Луиза Егиазарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.